Предстоящие новогодние праздники пройдут без массовых мероприятий, но, несмотря на пандемию, видное традиционно украсят к Новому году. Сотрудники дорсервиса уже приступили к работе. Первой порадовала жителей и гостей города ель высотой 18 метров у кинотеатра «Искра». С появлением елки на главной центральной площади нашего города и у жителей уже появляется хорошее новогоднее настроение. Хочется украшать гирляндами окна, дома уже свою елочку поставить живую, покупать мандарины и готовиться к главному чуду этого года. Очень хорошо, красиво. Да, Гошенька? Красиво. Мы идем с ним, как раз он говорим. Вчера елка не было, а сегодня за ночь уже поставили. Всего в городе установят 35 новогодних красавиц, 24 искусственных и 11 натуральных. Также создавать праздничное настроение видновчанам будут и световые конструкции. Дополнительно перед кинотеатром «Искры» будет установлено несколько светодиодных праздничных конструкций. Это будет карета, упряжка конная и цветок лотоса. Также будут установлены при установлении минусовых температур ледовые горки и ледовые композиции. Стоит отметить, что праздничным украшением города и установкой световых инсталляций занимается 10 подрядных организаций, с которыми были заключены контракты. Работы по новогоднему оформлению города завершатся к 30 ноября. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.